В Казани завершился международный фестиваль детских и юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи 34», который собрал более 400 участников из 40 медиастудий. Ребята пробовали свои силы в направлениях игровое кино, телепрограмма, социальная реклама, видеоклип, фоторепортаж, печатные издания и диалог поколений. В короткие сроки участники фестиваля создали 19 роликов и почти 200 фотографий. 6 лучших видео и 6 фоторабот заняли призовые места. С утра и до поздней ночи для участников фестиваля проходили мастер-классы, тренинги и творческие встречи с медиапедагогами России, режиссерами, сценаристами, операторами, актерами и телеведущими. Вижу, как люди, которые приезжали туда маленькими детьми, 6, там, 8 лет, 10 лет. Потом становятся, не боюсь слова этого, звездами эфира, участвуют в различных телешоу, выигрывают эти телешоу. И это действительно тот фестиваль, который дает старт детям дальше в дальнейшем развиваться. «Волжские встречи» – международный фестиваль детских киностудий и СМИ, который ежегодно собирает юных журналистов и кинематографистов со всей России. На фестивале для них предусмотрены теоретические и практические занятия. Ребята обучают специалисты из разных сфер – кино, журналистики, фотографии, анимации, социальных сетей, тренеры по личностному росту и лидерству. Мастера-наставники помогают им с подготовкой фестивальных материалов, программ и выпусков новостей, клипов и рекламных роликов, фоторепортажей и газет. Смотришь, как ребята ходят, снимают, что-то делают, этим очень сильно вдохновляешься, и появляется очень много новых идей, которые можно реализовать. Мне кажется, больше сейчас надо развивать именно соцсети, потому что в основном через них приходит основная аудитория, с которой можно взаимодействовать. Для студий, которые уже набрали какую-то популярность, которые уже опытные, и для тех ребят, которые только начинают свой путь, только начинают свое развитие, и тем самым фестиваль помогает раскрыть их навыки, способности. Только здесь я могу поработать с профессионалами разных телеканалов и, собственно, представить свои проекты, посмотреть на них, возможно, под другим углом профессионализма. «Волжские встречи» учредили Общероссийская общественная детская организация «Лига юных журналистов» и детское творческое объединение «Юнпресс». Фестиваль проводится с 1990 года. Совсем скоро пройдет уже следующий фестиваль «Волжские встречи», а значит, подготовку следует начинать в ближайшие сроки. Елизавета Газизянова, Валерия Карташова, Универ Новости.